Хонголовки. Одна. Второй раз заказывают город Энгельс. 72-я. 72. Круглая. Не помню. Вроде бы и были. У человека прямоугольные. Казалось, круглые. С металлическим. 71-88, 72. И при полном разжиме. Разжимаем. Конус выходит. Здесь разожжу. Два, 86 плюс. Это одна в Энгельс. А эти две, такой комплект в Краснодар. Еще третья ожидается с притирки. Это с высокими колодками. От 64 до сколько можно? До 88. Как бы заказ был. Сейчас заменим. Как реальность. Реальность 63. 64. Допустим. При разжиме 76 76 63 76. Я замерял, не хочу сейчас снимать. Опять же, эти брускодержатели, колодки. Замеряла на 12,9. А высокие 18, 17,9. 12,9, 17,9. 5 миллиметров. 5 на 2, 10. 76. Значит, 76 плюс... Разжим с этими колодками, и на 10 миллиметров будет разжим с этими колодками. Менять не хоть, хоть их и быстро менять, но это вытаскивать, всматриваться, где какой номер, и вставлять только свой номер. Здесь бруска колодки, здесь сейчас чистовые стоят, значит черновые, соответствующим номером притирки. Видите, на черновых будет блестящая металлическая стяжка. Заменяем здесь. Здесь раз чистовые стоят, черновые стоят, чистовые соответствующие детей с номером. Номер у нас здесь выбит. Здесь номер выбит вот здесь по кругу. Заменяем соответствующий номер.